В общем, я сегодня в загуле. С утра все проспал, зато вот в обед гуляю спокойно. Накупался, наплавался. Я не знаю, куда я иду. А вот к Ольге подойдем, наверное, посмотрим, что там по дела. И потопаем обратно уже. Все-таки надо дневной обзор выкладывать уже. Третий час все-таки. Как-никак. Август. Жара. Время 14 с копейками. Вода прям продается упаковками уже. Вкусно пахнет кофе. Ольга что-то там готовит. Что такое? Сегодня без обеда. Ну и правильно, я тоже без обеда. Я сегодня вообще без завтрака. Ужасно. Все новенькое. Есть что-нибудь хорошенькое? Ну пока как бы да. У меня фотосессия для девушек, для лошади. Фотосессия. Вот меня приглашать, я тоже их пофотографирую так вот вообще. Мне предлагали сегодня ребята, взяли вас путевку на дайвинг. Звали меня тоже, но я после дня рождения сам проснулся. Хотя не пил, трезво, но вообще не могу встать. Просто усталость вообще. Уже, наверное, да, уже как-то что-то так уже умотался. Так, что-то да, как-то просто забыл. Не смог встать. А потом у нас, как всегда, сломалась лампочка. Что-то там еще сломалось. Ну, естественно. Морские прогулки. Санта-Мария. Детские, взрослые, пожалуйста. Время выезда. Вот вам сразу всю информацию предоставляем. И ценовая политика. Ну, долина Рикоше. Новенькая, знаете все. 33 водопада, старенькая. Ни разу не было. Но самовар вот этот выезд. До него доезжал точно. Очень здорово. Пьем чай. Вот. Здорово, даже. Квадрат отсутствует. Ну и девушек по фотографии. Если что, я сам фотографирую девушек. У вас уже и полет на парашюте уже стал, да? Да, конечно. Ну, фига себе, расширяют речи не слух. Телефон Ольги, а я пошел дальше. Все, всего хорошего. Пойду вот так вот прогуляю. Да надо будет покушать, пойти уж точно. Как-нибудь сходить. Так, ну там прибой уже не пойду. Тут форель, окунь, барабуля, все есть. Молочный коктейль, денег нет, не взял с собой вообще ни копеечки. Просто говоря, сегодня катаюсь сегодня прям. Так, ладно, давайте я пойду уже обратно вот так этим кружком. Пока лорашка всегда так быстрее мне просто. Тем более эфир. Водные аттракционы для малышей. Ну я для ваших деток все-таки рекомендую, знаете что, это так вот, не в тему все этот ролик, в принципе, так просто прогулочный, лазалки в парке. Я не так и давно снимал, правда еще не выкладывал. Не знаю, видите, или уже увидели. С этим интернетом я немножечко сам путаюсь, теряюсь, что выкладывал, что нет. Но это интересно. И спортивно. Пляж лазурный, подождите. Он же был уже Лазаревский, его переименовали. Я начинаю путаться. Надо будет уточнить как-то. О, девчонки, сапа. Тоже увидите их в ролике. Набережная, народ отдыхает, гуляет, в теплом море купается. Я пока прошелся чуть-чуть, мне уже опять хочется в теплое море окунуться. А может быть так и сделаю. Сейчас оставлю Володю буквально на пару минуточек. Вторую камеру и пойду купаться. Все, я понял. А вот они. Смирно! Вольно, вольно. Вольно, команду отсечку Алексей дал. Алексей, привет. Привет, дорогой. Привет. Я сегодня до вас не дошел. Всем привет. Ничего страшного не было. А нас не было с утра, я только приехал. Да, да, утром поехали. Всем привет. Хорошо. Передаем. Люди, приезжайте, море шикарное, прозрачное, у нас тепло, воздух хороший. А люди, а люди, вы только люди, на меня посмотрите, но вы меня не видите, вот на них посмотрите, они хорошие. Володь, я оставлю, я сегодня уже накупался целый день, но я сейчас оставлю на пару минут, просто хочу уже окунуться. Даже с утра уже в речке купаемся, уже все потеплело, мы все прогревается. Рады всех видеть. Я уже на речке купался, я вот сейчас пешочком вот так большой-большой круг сделал. Молодец, уже молодец, накупался. Сейчас еще хочу. Всем подписчикам привет. Я сейчас еще вернусь, I'll be back.
А вода вали молодежь. Что-то так много, это сегодня веселый, прям как будто бы пил. Нет, не пил. Просто надо пользоваться моментом, пока такая жара. Тут либо кондиционер, либо море. И море. А, хорошечно. Камера может быть слегка мутная, не знаю, это морская камера, ребят, я говорю. Еще раз я сегодня же нагулялся. Уже все аккумуляторы разрядил, как видите, как можно было. Хорошо. Очень хорошо на море, в море. Вылазить вообще не хочется. Ну надо. Минутку еще посижу и домой. Вы уж простите за опоздание по дневным обзорам. А этот ролик выйдет уже не дневной обзор даже. Этот выйдет еще позже, наверное. Когда грузить буду, даже не представляю. Все, окунулся. Пляж показал, время уже за 14. Нормально так. Тут идет веселый. Все разбежались, видите, покрывальца остались, а они все на обед, наверное, побежали все. Главное места забронировать, кажется. Пляж Калитки тоже полупустой. Я домой. Телефон с собой не брал, не знаю, что там, может, позвонил, не звонил. Коктейли. Я сейчас выпил молочную, да? Надо хоть немножечко с собой денег носить. Да? Да, забираю. Да, забирали. Так. Вот сверху. Камеру забрал, палочку. А, вот это. Палочка, вот она. Не, я вот этого фиговину еще, это крепление для камеры. Угу. Мы тут катались с Константином на доске. Так. Он там. Мы крепили прям к доске. И он там. Класс. Финты давал, короче. Весело, весело. Все, побежал выкладывать. Ростову привет. Передавайте. Ростову привет. Ждем всех. Море чистое, классная пандемия нет. Приезжайте. Вот жду это. Ростов. Вот так. Ну, приезжайте, приезжайте все, не только Ростов. Вот сейчас один Ростов ломанется. Ростова-то у нас всегда хватает. Ростов наш, рядышком все. Ну, я полез домой. Такая прогулка незапланированная. Музыкальные ребята у нас ездят. Песни, правда, непонятно, что они поют. Не переводимый фольклор. Заняться-то зачем, непонятно, тут люди ходят. Тем более перед поворотом. Тут за поворотом главная дорога. Впервые видел сейчас рекламу шаурмы без ГМО. Только натуральные продукты, прикольно. Ну это как всегда улица Колораж. Утром не показывал, как хотя бы. На обед она снимает, вдоволь. Тихо, спокойно. Время, как говорится, фиесты. Но мы не в Испании. Кто-то в уже уезжает. А кто-то еще не приехал.
все, ребят, всем пока. Я уже практически дома. Побежал выкладывать эти ролики. Не знаю, как все будет происходить со времени. И дневной обзор вы можете увидеть и вечером. Цветочки отцвели, но мы ждем свежих цветов. Они как-то там должны восстановиться, а потом заново цвести.